Сегодня 31 декабря. Я ночую где-то в квартире какой-то. В общем, я сняла что-то типа квартиры, но это, в общем, несколько здесь таких квартирок. Типа хостела, короче. Вот. И буду здесь жить еще вот до завтра. Я не знаю, как я сейчас выгляжу, потому что тут нет зеркал, абсолютно нет зеркал. И уже 7 утра, нам к 8 нужно быть в офисе, и сегодня очень тяжелый день. Надеюсь, что мы выживем. Ну, вчера написала однокурсница, что давайте, может, после курантов встретимся, все вместе отметим, у меня свободная квартира. Я сначала такая думаю, классная идея, можно. А потом я вот сейчас проснулась и понимаю, что я очень сильно хочу спать. Не знаю, как будет вечером, но сейчас я думаю, что, наверное, я пропущу эту тусовку. Наверное, я, скорее всего, я непредсказуемый человек. Вот, скорее всего, я приеду и буду спать. А утром я поеду в Слезянку. Наконец-то я очень хочу домой. Давайте я вообще вам покажу, что я сняла. Так. Так, более. Тут такая штучка. Если тут кто-то будет ходить, то будет видно. Так. Два стульчика на табуретке, стол, приборы. Так, микроволновка, кастрюля, холодос. Так. И спальня. Вот здесь вот такая кровать. И вторая кровать, я не буду ее показывать, потому что куча всего здесь лежит, грязно, не стыдно. А еще вчера нам подарили вот такой вот подарочек. Снегурки Дед Морозу. Там свеча вот такая вот гелевая. Вот такая вот шоколадка большая. И хлопушка там еще была, я ее уже положила на сегодня. Будем взрывать ночью. У меня хлопушка есть, короче, мы отметим! Вот здесь вот из этого путь. Ой, матерюсь. Это же все для блока. Блока. Блок, блок, блок. Блок, оп, снежок. Мы тебе на день рождения деньги подарим. Дедушка с бабушкой подарят. Хотя как раз хватит на iPhone. Что? Я куплю себе собаку. Правда? А ты когда будешь за ней ухаживать-то? У меня же была собака. Ну, ты еще не учился в театральном. Нет, учился в прошлом году, в мае месяце померла. Ровно 2 месяца прожила. Нет, 12 лет она жила. Снова ты нашла другого. Маршрут перестроен. О, так говорю быстрее даже. Мы отработали один заказ из 13, да, у нас сегодня 13 заказов, но может быть больше они еще добавляются. Вот, работаем до 2 часов ночи, будем вместе праздновать Новый год и встречать. Сейчас я вам покажу. Я подписчиком. Вот так мы будем праздновать Новый год. Это детский шампусенок. С Новым годом! Это за рекламу платят? Нет, у меня же пока немного подписчиков. Так что подписывайтесь. Что хорошего будет осенью? Суета одна, маята одна, мокрота. Из июльских дней мы в июльские переносимся. Не вернутся к нам эти дни уже никогда. Мы на вокзале, но не домой. И я бы, если честно, посмотрел бы фильм какой-нибудь советский. Вот просто включил бы фоном, не прям смотрел, вот просто чтобы фоном. А как это ты будешь без навигатора ездить? Ты пусть у тебя навигатор, вот эту штуку мы возьмем. Хотя у меня нет приходника. В общем, у нас уже было 10, 11, 12, 13, 14. 5 заказов у нас сегодня уже было. И впереди еще штук 10, наверное. Вот. А еще у нас заказы, ну в куранте у нас пока нет заказа, но у нас есть заказ в час. Слишком. Поехали приедем к песне вперед. Тебе так не терпится посмотреть на дома. Не обожаю смотреть шикарно. Возможно, но окна очень мелкие, там мало света. Я сразу не одобряю.
Ну это тоже какой-то как музей цвет отвратительный. За все эти елки мы весь Иркутск объездили уже. Спать хочется. А, дальше. Как она атмосферная вообще. Остаемся. Садовая СНТ энергетик. Больно сверь. По картам тоже посмотрим. Рассказываю историю такую. Мы подъехали по адресу Садовая, 18. Приехали. Звоним заказчику, говорим, что вот, мол, выходите. А нам говорят, мы вышли. А где мы? Короче, вот как дурачки друг друга искали. Да вот мы стоим около вас, вот ваша собака. У меня нет собаки. Да? Ну вот, короче, оказалось, что мы немножко не в том районе, оказывается, несколько таких адресов. Хотя все сходится, представляете? Через 300 метров ну, вот поверните налево. И он нам показал вообще немножко другую. Поверните. Да, 18. Давайте еще поедем покатаемся в домике посмотрим. Да. Еще проехали в домике посмотрели. Просто прикиньте, она искала. Такая смотрит по улице. Прошел у нас заказ. В общем, это был трэш в том плане, как мы подъезжали к нему. Но в целом было очень классно. Мы настроились просто на да? коттеджный поселок. Ой, я же еще не подскользнулась чуть, прикинь, когда я заходила. Нет, она очень довольна. Да? Очень довольна она. Нет, а я люблю вот наоборот простых очень. Не знаю, мне было... Да там бы было. Я имею в виду вот это, то, что с тачкой происходит. Ее на бок можно поставить только так. Ой, ты тогда не так быстро едешь. Ты на тормозах тупи. Я мы на тормозах только и едем. Юлия. Подожди, я еще не могу. Юлия. Родион. И он еще на меня жалуется. Дети? Они тебя увидели? С какой-то это? Вот где дорога. Да, по дороге, короче. По дороге, фига себе. А как мы поедем? Ну тогда Дед Мороз выйдет и будет разгонять детей. Разгонять. Понимаешь, как это медленно будет? Очень медленно будет. Очень медленно ехать. Если нет, тогда трактор будем вызывать. Ничего, мы с Фоди подтолкнем. Прикинь, Жику толкать Дед Мороз не будет. Надо подтолкнуть. В сериале каком-то. Надо будет трактор вызывать. Или Ниву. Грузовик какой-нибудь. Будем ждать Новый год 3 часа. Ручками, ножками вытолкаем с Фоли. Мы с мамой УАЗик вытолкали. УАЗик, здесь Жига. УАЗик. УАЗик. УАЗик 4 ВД, а здесь задний привод. Понял. Алло, Юлия, здравствуйте, это Дед Мороз и Снегурочка. Скажите, мы подъехали, мы можем начать пораньше, на 10 минуточек? Я вас не вижу. Мы стоим внизу на перпендикулярной улице около вашего дома. А вы будете пешком, что ли, подниматься? Ну, здесь буквально 2 шага, мы совсем чуть-чуть в 2 шагах. Ну, да, да. Угу. А подарочки вы нам вынесете, да? Да, да, мы сейчас на крыльце вас встретим, угу. Все выдадим, а дети будут в зале. Угу. Ну, все, хорошо, мы тогда подходим. Даже наш водитель вышел, чтобы, смотрите, где мы вообще. Вот этот? А, еще выше. Где машина, да? Все. Удачи нам, да? Я как на сноуборде сейчас выгляжу. Я, кстати, несколько раз чуть не подскользнулась. Ой, смотрите, как дедушка. Я скачу. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою. Так, подошли мы к нашим оленям.
Сейчас по другой улице. Давай идем. Попробуй назад. Нет, не надо. Это... Хорошо. Давай ты меня будешь так более-менее регулировать. Жига застряла в столбу. Вот сейчас мы выворачиваем, чтобы ни в столб не въехать и не в забор. Давай я перезвоню. Я не могу, мы буксуем на месте. Все, стой. Положи ту сторону, которая вот эта вот не дырявая. Да они все с гвоздями, видишь, насквозь. Разбери его, покажи. А если ее руками поднять? Вот, я говорю, давай ее приподнимем. Давай попробуем. Давай я тоже. Нет, но мы пока еще не выехали. Были дети, которые нам помогли ее вытащить. Говорят, там по последней улице еще более-менее дорога. Она, говорят, самая лучшая из всех. Ты колобок. А вы опаздываете? Нет, не опаздываем. У нас просто... еще есть время, мы раньше начали. Мы успеваем. Где-то дует, чувствуете? Все нормально двери закрыли? Я так. А, точно. Интересно. Реально будет что вспомнить. 31 декабря застряли в какой-то глуши в снегу. Нравится, вроде везде позитив ищет. Нет такого ощущения, что сегодня 31 декабря. Я захожу сейчас в дом и смотрю, все такие нарядные, какие-то красивые. Вот сейчас сижу и думаю, что все так наряжаются, что вот за повод такой. И вспоминаю, сегодня Новый год, оказывается. Вообще нет такого, что 31 декабря. Вообще нету. Работа, давай, просто давай, работа. Машину с горы до конца намного проще, чем поднять ее в гору туда. Мы еще обсуждаем вот, тот случай. Я изначально предложил эту идею, скатить ее вниз, а мы к ней пришли только в самом конце. Я хожу, снимаю все. Хоть фотки на память есть, я хочу в Инстаграм. Видео будут даже. Видео. Так, уже 5 часов вечера. Ночь, чихни, только знай, что в конце пути. И поэтому, когда сейчас едем на заказ, нам ехать 11 минут. Звони, спрашивай, можно пораньше начать? У тебя, вот, мне кажется, что-то есть. Я посмотрела уже 10 раз. Костюм. Как хорошо. Костюм нормально. Костюм. Я вам говорила, что я пользуюсь продукцией NL. Итак, я продолжаю рекламировать. В общем, вот такой вот шейкер, замечательный шейкер. Здесь уже молоко, уже у меня все подготовлено. Когда вы не успеваете покушать, в общем, где-то находитесь в разъездах, вот как мы сейчас, очень выручают такие вот обеды, ужины. Так, очень неудобно, у меня стоит камера. Штатив не взяла сегодня. Как же быть? Итак, максимально неудобно. Мне нужно найти коктейльчик свой.
Напоминаю, что можно заказать его у меня. Пишите мне в Инстаграме, в Директ, ВКонтакте. Открываем шейкер. Так, я постараюсь аккуратно сейчас. В шейкере, значит, у нас, конечно же, обо всем позаботились. Вот такая вот есть штучка, которая размешивает очень хорошо коктейль. Вот где он, смотри, оборачивается. Так, ставим наш коктейль. Так, открываем. Оп. И все, конечно же, высыпаем в шейкер. Да, это будет. А? Вот это будет. Ну да. Это так, да, 151 рубль стоит. Да, буду. Так, теперь закрываем наш шейкер. Шейкер, шейкер. Патимейкер. Так, я обычно вот делаю. Что у него великий подъем? Приехали по тому адресу. Застряли. Причем за все это время работы ничего такого не происходило.